Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировская область хочет стать более финансово самостоятельной. О работе в этом направлении говорил губернатор на коллегию ФНС России по Кировской области, где подводили итоги работы за 2019 год и обозначили задачи на 2020. По словам Игоря Васильева, областное правительство и налоговая служба стремятся увеличить налоговый потенциал и выявлять резервы роста доходов. Налоговая база в прошлом году увеличилась, поскольку улучшилась ситуация в экономике региона. Считает Васильев, областной бюджет получил почти на 9% больше денег, чем годом ранее, почти 3 миллиарда рублей. Глава региона также отметил, что совместно с налоговой ведется работа по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вывод бизнеса из тени, обозначив, что цель этой работы – кардинальное улучшение делового, предпринимательского, инвестиционного климата. Программа «Экономика». Тем временем миграция бизнеса из Кировской области составляет 0,1%. Об этом заявил в интервью «Бизнес-новостям» в Кирове руководитель ФНС Денис Смехов. По его словам, миграционные процессы происходят во всех регионах. В прошлом году с территории Кировской области убыло 69 юрлиц, прибыло 34, то есть уменьшилось их общее число на 35. Это 0,1% от общего числа налогоплательщиков, зарегистрированных на территории региона. Много это или мало, Смехов оценивать не берется. Уход любого реально работающего налогоплательщика определенные потери для бюджета, говорит он. Также главный налоговик не стал связывать миграцию бизнеса с проверками со стороны его ведомства, но отметил, что из 69 налогоплательщиков, которые ушли в другие регионы, только в отношении одного была проведена выездная налоговая проверка. Она закончилась, и после этого налогоплательщик мигрировал в другой регион. Экономика на 101 FM. 2 миллиарда рублей получили в прошлом году кировские аграрии. Это на 18% больше, чем в 2018 году. Четверть суммы пошла на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов ИПК. Ее распределили между четырьмя фермами. Еще 440 миллионов рублей предоставлены предприятиям для технической и технологической модернизации. На эти деньги куплено более 1300 единиц техники. Производителям молока перечислили 400 миллионов, что, по данным Минфина, позволило увеличить объемы производства молока на 8,5%. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 67,52, курс евро 75 рублей 84 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.